Португал, 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 поможь забора. Ма! Ма! Принеси борщица, пожалуйста. Здорово всем, не пугайся, пожалуйста, не пугайся, потому что... Да, да. Я знаю то, что у многих сейчас небольшой шок, хотя те, кто смотрит мои ролики каждый день, и те, кто смотрит мои истории в Инстаграме, те, кто смотрит мои стримы, скорее всего, знают, что сейчас происходит. Я уже вам давным-давно говорил то, что мне нужно будет покинуть Россию на целых 3 месяца. Катюха осталась там, мой старый компьютер остался там. Все осталось там, а я приехал к родителям, да, я сейчас нахожусь в квартире родителей, и они находятся там за дверью, а шумоизоляция здесь очень плохая, поэтому я не могу сказать слово «жопа». Если я еще раз скажу слово «жопа», то папа ворвется в комнату с ремнем и оттарабанит, и несмотря даже на то, что мне 23 годика. Не, я все же шучу, но родителей нужно уважать. Слишком орать я, конечно, не буду. В течение 3 месяца, уже меньше, чем 3 месяца, я буду жить на квартире своих родителей. Здесь моя комната, и как видите, она на 100% отстроена так же, как у меня в реальной жизни. Короче, я больше ничего не буду палить, где-то в этой хате Илюська есть, так же, как и мои родители. Но пока что и вам их показывать не буду. Если вы хотите, чтобы я... Да, мама мне обещала то, что она борщец мне оставит, поэтому забираем борщец и валим на улицу. И только спустя 3 месяца я смогу вернуться в свою квартиру. Не спрашивайте, с чем это связано. Я вам уже, в принципе, это все объяснял в предыдущих роликах. Если хочешь, можешь посмотреть. Какой красивый дом. Вот мы живем вот там, у нас 4-комнатная квартира. Мы находимся за моим городом, мы находимся уже в другом городе. Это тот самый город, где жила баба Галя, где жил вот этот Демастер. Кстати, Демастер... А, нет, все. Смотрите, он уже даже дом, походу, продал, потому что здесь у нас баррикады везде. Ну, и пофиг. Он меня отпустил. Ёханый бабай, золотая кнопка. Меня ж в прошлой серии откукожили просто школьники. В этой серии мы с вами должны будем с ними разобраться. Собачура! Это, конечно, не Люсиндра. Люсиндра находится где-то там дома. А, ладно, потоп... Ты чё там за деревом? Я тебе, наверное, там помешал, да? Что ты тут за кустами делал? О, какую кучу ты там навалил! Ой, плохой бандит! Плохой бандит! Хорошо, что я его убил. Еще раз скажу. На протяжении 3 месяца нам сейчас нужно будет жить у моих родителей. Это, знаете, такое выживание в экстремальных условиях, потому что у меня рабочее место просто адски суперское. Я потом, наверное, запишу во влоге на 2-й канал или же выложу видосик в Инстаграм свой, и ты посмотришь, какое у меня суперское рабочее место. Но зато кнопочки есть, много всего есть. Новый сезон жизни ютубера из Португалии. Да, мои родители живут в Португалии, кто не знал. И, кстати, да, я же забыл сказать. Точнее, когда я забыл сказать, если это первый ролик из Португалии, то что все, снег в городе ютуберов уже испарился. Ну, в Португалии же нет снега, поэтому... Вот так вот, мы уже ходим в плюс 10. Я даже не знаю, сколько градусов за окном, скорее всего 10-15. Вы спросите, куда я топаю? Я топаю к Костянчику. Костянчик, как ты здесь без меня? Ты чё, очумел ядрить колотить? Как... Откуда ты джакузи себе... Константин Петрович, ты за мою зарплату, которую я тебе не плачу... А как ты вообще купил себе джакузи, если я тебе даже зарплату не плачу? Ты опупел? Ты бы еще сюда телок навез, сидел бы здесь в джакузи, сам еще 3 фотомодели какие-то сидели. Ты вообще очумел? А меня не позвал? Ах ты жопа-то такая. Ты че? Вы на него посмотрите. Он купил себе джакузи, а меня даже не позвал. Константин Петрович, ты понимаешь, так не делается. Да на самом деле вообще так не делается. Вообще ничего не делается в этой жизни. Кроме как греть жопу в джакузи. Только Константин Петрович принимает ванну и ходит в туалет с надетыми штанами. Можете сами у него спросить, как он это делает. Я, наверное, не буду углубляться в эти подробности. Наглая жопа. Но хотя бы молодец, следил за моим рестораном, все здесь в порядке, да. В ближайшей серии мы уже запустим этот ресторан, это у нас будет и португальская кухня. Не, скорее всего, итальянская, потому что португальская слишком срачная. А джакузи я потом заберу, потому что ты вообще очумел. Ты должен сидеть у себя там на посте, а он... Короче, не Константин Петрович, а соблазнитель всяких телочек. Джакузи он поставил.
Тёлочки будут приходить ко мне в ресторан покушать итальянскую еду, но сначала будут картину Петровичу в джакузи плюхаться. Чё-то развратник, пописятник. Опа, ну да, вот, кстати, мой дом, куда я не смогу вернуться еще 3 месяца. И, Дед Мороз, ты снег забрал? А вот эту всю фигню не забрал? Давайте мы поможем Деду Морозу собрать вот эти все елочки, вот этих всех снеговиков, оленей искусственных. Дед Мороз, в следующем году принеси нам, пожалуйста, подарки вместо искусственной елки, которой ты цветной туалетной бумагой нарядил. Старый хрыч думает то, что нас так просто обмануть. Вместо какого-то там 10-го айфона он нам искусственную елку принес. Бомжара! Михалыч, как я вас давно не видел на самом деле. Кстати, у нас же в банке есть счет за предыдущий ролик. Мы залили первую серию зомби-апокалипсиса, и мы потом пойдем посмотрим, как же она у нас заходит. Если очень даже хорошо, то мы сразу же зальем вторую серию. А бабок у меня, как видите, сейчас в принципе нет. Да, овца? Блохастая. Эти школотроны украли у меня золотую кнопку. Но мы с ними разберемся в этой серии. В первую очередь давайте мы пойдем к контрабандюганам. Нужно с ними также поздоровиться. И плюс к этому всему мне нужно как-то варить бабки, потому что в свой прошлый дом я не могу вернуться. Вернусь только через пару месяцев. А у меня... да. Один пистолет. Ну, здорово, да. Я знаю то, что ваш бизнес держится только на мне, потому что я единственный, наверное, кто толкает вам оружие, кто покупает у вас оружие. Но не волнуйтесь, не волнуйтесь. Зима прошла, завяли помидоры, вернулись бандюга. Опа, шкалат... Опа, еще один шкалатрон. Сейчас я с вами разберусь. И бандюганы уже, скорее всего, должны вылезти наружу, потому что, как мы сами уже давным-давно поняли, наступила зима. Бандюганы отморозили себе яйца и спрятались дома под пледиками. А сейчас снег растаял, бандюганы, скорее всего, вернутся. Опа! Так. Я разминаюсь, то шея болит. О, тут ёханый бабай, сколько же вас там? Раз, два, три, четыре, пять. Сколько? 5 шкалатронов. Опа, шкалатроны. Опачки, попочки, как я по вам скучал. Сейчас, бандюган, подожди, пожалуйста. А то у меня даже... Опа, камня нет. Так, подошел. Лишняя золотая монета. Смотри, живая золотая монета по улице ходит. Ну иди сюда. О, я уже думал, ты там уснул. Ой, под... Что ж ты громкий-то такой? Ой, подожди. Ай, да что ж ты быстрый-то такой? Долго я сейчас буду до этого места добираться. Мне же не от моего дома сейчас сюда топать, а с соседнего города. Поэтому, скорее всего, нужно будет купить уже машину, потому что я так буду очень долго добираться. А он еще и пропал! Естественно, пропал. Шкалатроны. Ребят, я иду, следуя вашему совету. Я 2 серии терпел этих школьников, но все начали писать в комментах, мол, Эдисон, как ты так? Ты вроде взрослый мужик, мог бы взять свою волыну АК-47 да расстрелять этих школьников. Ребят, это дети, хоть и в жопу наглые, но раз вы так хотите, если вы не хотите семейный дружный контент, я сейчас порешаю этих шкалатронов. Слышь, гопари мелкие! 12 часов на улице! Вы что-то сидите? О, господи помилуй. Вы видели лицо его? Да. Тёлки, наверное, по тебе сохнут в скобочках. Пластическую операцию, что ли, тебе сделать? А ты... Вот сравните вот эту кочерыжку маленькую и вот это. Тебя мам, наверное, дома хорошо кашкой с растишкой кормит, да? Или ты просто переростышь? Но вы не те шкалатроны, которые у меня золотую кнопку отжали из так золотых монет. Где вот? Не, вы мне не скажете. Они, наверное, там опять, да? Ладно. Вот тебя я в первую очередь завалю. Не, чё? Не, а может вы не агрессивные такие же? А, ну да, поэтому у вас ножики, да? Конечно! Да... Что? Что такое? Ай, подождите, Ай, ладно, сейчас, да остановись, да я перезаряжусь, подожди. Да ёханый ты бабай, ты чё такой, о, вот, все. А вы, да, не хотите семейный дружный контент? Эй, вы, чупакабры мелкие! Чё? Бой не на жизнь, а на смерть, да? Кнопку вернули! А то 2 в дневник вам поставлю, а?